Готово? Угу. Я тут три скажу, побежим. Давай, стадим. Всегда. Ускоримся сейчас. Ускорим. Садись. Блин, класс. Крючок? Очень круто. Вообще. Надо точно, слышь, пересаживаться на параглайдер. Я уже это слышал, по-моему, ваш подруга. Блин, сказала. Да. Это сейчас очень круто. Сейчас пересаживание на тропочек. А вы с парашюта прыгали? Да, больше 4000. Класс. Ты не прыгала? Нет, но хочу тоже попробовать. Муж прыгал, ему понравилось. Понравилось? Да. Поэтому немного с тобой не разговариваю. Ну как бы новый купил, сейчас вот хочу влетаться до соревнований, хотя бы понять, как он работает в тонкости. Третий полет делаю. Скорости примерно летим. Точно скажу тебе. Небольшая скорость. Максимально какую можно развить? Это ли от ветра зависит? Если будем крутиться до 70. А если покрутиться, а потом можно будет доплатить девушке снова? Ну это же новое, конечно, можно. Вот смотри, лучше начинает. Да, я тоже не против. Хорошо. Я сейчас я возьму цветочки, потом пошарахну. Смотри, что делать, да? Вообще гандёныш, а? Гандёныш. Thank you.
нравится? Ну, конечно, новый садку. Так, ребят, мы немножко решили покрутиться. Вот. Как еще раз зовут тебя? Оля. С Олечкой. Сейчас покрутимся. Будет весело. Будет очень весело. О, где ребята? А ребята он там. Вон ребята летят. Ребята. Оль, немножко ниже камеру сделай. Да, еще чуть-чуть. Да. Вот так вообще бомбочка. Отлично. Поехали. Будем расшатываться. Браво. Как самочувствие? Отлично! Вообще красота! Смотри, круто. Во время приземления камеру можешь повыше теперь сделать, да. Я скажу тебе, ставь ножки повыше, делай выше, вот так ножки вперед. Готова стать на ножки, скажу, становись на ножки, ты станешь на ножки, понял? Окей. Вот, чтобы ты понимал просто, как делается это все. О, как круто, да. Ребята, мы приземлились. Ой, как классно. Ребятки тоже приземлились. Сделали, короче, небольшие элементы высшего пилотажа. Yeah. Что мы сделали? Вингойер сделали, потом сделали луп. Такой хороших два лупа. Но один был вообще вот смачный. Один так себе косячный, другой хороший. Первый раз отлично. Первый раз круто. Спасибо. Это шикарно было вообще. Ребят, Гудаури, Грузия, Анатолий, Ольга. 2020 сейчас, по-моему, 20 или 21 февраля, да, в общем. Как-то так, да. Как-то так. Приезжайте, летайте с профессионалами, с Константином ждет вас. Вот еще Макс.